свое время, в 2009, по-моему, году, наших обидели в Куршавеле, то есть наши стелка с девушкой с высшим образованием вышли ночью почитать Бодлера, как я понимаю, подлинно. Налетели эти ажаны, понимаешь ли, скрутили тёлка девушек с высшим образованием. И вот неделю страну колбасило там, педагоги Курил, оленеводы Сахалина, там, не знаю, там, подмосковные сеятели, свекловоды ходили, с плакатами кричали: «Наших обидели, наших Куршавели, да мы за наших пасть порвем глотку оторвем». Ну, потом Франция газ перекрыли, Франция извинилась. Я тоже ходил вокруг стола с криком: «Даешь?» Она говорит: «Что тебе дать?» «Даешь?» Я выражал против. И такой куршавельский вальсок. Есть несчастные, которые в Куршавеле были? Сегодня есть среди нас такие несчастные? Правильно, сюда, все, сюда, сюда. Хватит. Ну, ну как там? Горшуль. Да, посвящается персонально господину Прохорову, конечно. Бьется сердце в груди еле-еле, и душа заплутала во мгле. Не бывало я, друзья, в Куршавеле, значит, зря я живу на земле. Это не просто французский поселок, это не просто деревня в горах. Это начало начал среди елок, пуп земли и етичести, ах. Куршавели и пьяно, и сыто, из него не видать Колымы. Там российская наша элита отдыхает во время чумы. Зажигают по полной ребята, а на похрен тюрьма и с ума. Потому как мы все азиаты, потому как нас мучает тьма. Ну а вдруг опустеют стаканы, и совсем не останется гор. Переедем мы в жаркие страны, где над морем кричит прокурор. А пока капитаны на месте, а пока и здоровье ништяк. И Куршавель с Куршкаином вместе щиплют курс за гламурный цицак. Придет еще тысячи раз и натянет Европе на шпу свой похмельно негнущийся глаз. И пройдет все преграды и мели наш богемно-туземный народ, и закончит в родном Куршавеле свой последний вселенский поход.